Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Татьяна Конкина из Торонто, Канады, и добро пожаловать на мой канал. Ну что, заканчивается 2023 год. Мы с вами проделали путешествие вокруг Солнца. 365-366 дней в году наша планета Земля облетает вокруг, делает круг вокруг Солнца. Закончился еще один год. В нашей жизни их может быть немного. У кого-то меньше, у кого-то больше. Но в целом жизнь человеческая очень короткая. Я вам говорю об этом очень-очень часто. Поэтому, с моей точки зрения, мы должны сделать все максимально хорошее, чтобы жизнь наша была лучше. Мы знаем, что много зависит от нас. Мы знаем, что только мы, люди, можем что-то сделать для этого. Что все-таки Homo sapiens – разумные люди, и они все-таки будут делать что-нибудь себе для того, чтобы жизнь была лучше. Все-таки, чтобы было добро, чтобы не было войны, чтобы был мир, чтобы люди не умирали, не погибали. Я надеюсь на это. Хотя я знаю, что надежда – плохая стратегия, что нужно не надеяться, а нужно что-то делать, нужно что-то руками своими делать, перестраивать свою жизнь, чтобы жизнь была лучше. Итак, сегодня я хочу в первую очередь рассказать вам о том, что я со своей стороны могу для этого сделать. Ну, во-первых, я делаю школу современной элиты. Я уже говорила об этом на прямых эфирах, но ни разу не говорила в видео. Поэтому, может быть, кто-то и не знает об этом. Я объявила набор, вот уже мы неделю как набираем людей в эту школу. Эта школа будет проходить онлайн. Я веду эту школу, она будет примерно 2 месяца, эта школа, чуть больше, чем 2 месяца. Школа стартует 4 января, она будет проходить на платформе Instagram 2 раза в неделю в прямом эфире. Я сама и другие лекторы будут вести лекции. Итак, что вообще такое элита, что это за школа, об этом я хочу вам сейчас рассказать. Но вы знаете, что современная элита – это другая элита, не обязательно родиться и не быть наследником каких-то капиталов, каких-то динамиков. Для этого не обязательно. Сегодня может каждый из нас, любая простая девушка, простая женщина, может приобрести эти знания и открыть себе вот путь, двери в высшее общество. Потому что иметь знания – это самое главное, что для этого нужно. Рассчитывать на то, что повезет, что я встречу принца где-нибудь в баре, ну, очень слабая надежда. Проще взять свои это руки и получить необходимые знания, навыки, стать человеком элиты. И тогда тебе, возможно, повезет, тогда уже проще рассчитывать на то, что повезет. Но и это уже будет не важно, важно, что ты будешь этим человеком. Что будет в этой школе? Ниже вы прочтете программу в описании. Это большая программа, много занятий. Мы будем говорить вообще о том, что такое элита, откуда она берется, что это за люди, какие у них качества и что нам для этого нужно знать. Как нужно выглядеть в первую очередь, как нужно одеваться, чтобы стать, иметь такой элитарный вид, как нужно вести себя, что носит элита, как они сидят, как они разговаривают, как они смотрят, как они отвечают на вопросы, как они слушают, как они улыбаются, где они бывают, в каких местах можно их встретить, какими видами спорта занимается элита, как мы тоже можем стать такими же, какие профессиональные достижения нам для этого необходимы, потому что элита – это в первую очередь сегодня, в 21 веке, профессиональные достижения. Мы знаем, есть спортивная элита, мы знаем, есть интеллектуальная элита, мы знаем, есть политическая элита, мы знаем, есть бизнес-элита, ну, любая научная элита и так далее. Поэтому элита – это профессиональные, конечно, достижения в первую очередь. Вы можете быть YouTube-элитой, ну, кем угодно. То есть для этого я буду учить своих учениц, которых сейчас уже набирается много, и я предлагаю вам тоже присоединиться, потому что это шанс вот что-то изменить в своей жизни очень быстро. Мы также будем изучать культуру, мы будем изучать историю Западной Европы, историю культуры Западной Европы. Мы приобщимся к этике, к эстетике, к манерам поведения красивых. Мы будем знать направления, я дам вам направление, как изучать языки, какие источники для этого есть, какие языки вы можете изучать. Это будет дополнительно. Бизнес, лидерские навыки, управление своим временем, какие есть направления в профессиях, ну и так далее. То есть все, что нужно знать человеку для того, чтобы взять себя и пройти от пункта А, какая я сейчас, и стать в пункт Б, каким я всегда мечтал, даже не думал, что могу быть.
Вот это вот моя задача. То есть я очень-очень рада, что я делаю такой курс и приглашаю вас всех умненьких присоединиться, потому что самые умненькие уже присоединились. А те, кто еще, может быть, не слышал об этом, я сегодня об этом рассказываю. Итак, мы с вами входим в Новый год. Что для этого нужно сделать? Что важно? Я могу пожелать вам, и вам наверняка все желают. Смотрите, у меня цветов. Раньше, когда я в реал-стейт-бизнесе, всегда развозила это клиентам. Сейчас я уже это тоже не делаю. Я развозила клиентам подарки перед Новым годом, шампанское дарила всего. Сейчас я это уже не делаю, просто поздравляю, посылаю открытку, и все. А сейчас я получила от своих подписчиков здесь, в Торонто. Вчера я встречалась с подписчиками в Торонто, здесь у меня дома. Мы провели потрясающее время, конечно. Я получаю столько цветов, столько подарков. Вот это вот, когда вы что-то делаете людям, и люди это вам возвращают. Поэтому вот это все нужно для себя посмотреть. А что я? Какой я вклад вношу в общественную жизнь? Как я помогаю людям становиться лучше? В чем моя роль для этого? Что я со своей стороны для этого делаю? Ну и, конечно, в первую очередь для себя самой. Как я сама прожила этот год 23-й? Что я в нем сделала? Был ли этот у меня год запланирован? И как далеко я ушла от того, что я планировала в этом году? Я вам всегда рассказываю о том, что у меня есть курс. Вы знаете, я делала на YouTube, я делала на платформе Instagram марафоны, которые называются «Планируем жизнь», как достичь поставленной цели, как проводить мне переговоры, лучшая версия себя. Все это есть, и финансовая свобода в том числе. И я вот сейчас думаю, что все абсолютно, кто не запланировал, должны сесть и посмотреть, что я должна сделать. Как у меня прошел прошлый год, и хочу ли я, чтобы следующий год был лучше, чтобы он не был таким, как предыдущий год, если я недовольна тем, что я достигла. А наверняка, никто не может быть доволен. Но любой человек, растущий человек, который поднимается по лестнице жизни, а не сидит на диване, любой человек, наверное, не может быть собой доволен. Любой человек понимает, что могу лучше, я могу лучше, и я что-то для этого обязательно сделаю. Вот поэтому я имею такое сравнение, что если мы что-то не планируем, то мы как вот лодочка, болтается эта лодочка где-то в море, сели мы в эту лодочку, поплыли в это море, и мы не знаем, куда нас прибьет волна. Все зависит от волны, куда волна прибьет нас. Ли она прибьет нас к берегу, где будет отчаяние, где будут бандиты, коррупция и жизнь безнадеги. Или же она прибьет нас к острову процветания, там, где я могу использовать весь свой потенциал, где я знаю, что есть люди, которые будут благодарны мне за мой труд, и я проживу, дам своим детям, своей семье хорошую жизнь. И я знаю, в какие сроки, как я это сделаю. Поэтому вот лодочка без весел и без даже мотора – это жизнь без плана, а жизнь по плану – это жизнь на яхте, современная яхта с GPS, с парусом, с мотором. И я знаю, что расстояние от А до Б, где я сейчас и где я хочу быть, столько-то времени, столько-то усилий мне понадобится, такие-то действия надо пройти. И я точно приплываю туда, куда мне нужно, куда я хочу, где я хочу быть. Вот это вот разница между планом и без плана. Поэтому со мной вы планируете, без меня вы планируете. Но планируйте, пожалуйста. Потому что никто в современном обществе не может позволить себе не запланировать свои действия. А мы планируем действия, мы взрослые люди, мы не дети, которые мечтаем, мы говорим: «Вселенная, где ты там, помоги мне, о, Вселенная, дай мне». Это наивно, это глупо. Вселенная никогда ничего вам не даст, никогда не поможет ни в чем до тех пор, пока вы не сядете, не распишете свои действия, не превратите это в прочные привычки, что вы делаете это регулярно. И тогда вы все это получаете, пожалуйста, вот оно все, жизнь удалась или она не удалась. И зависит это все, конечно, от того, какую информацию мы вложили в свою голову. Все наши действия, все наши привычки, поступки – это результат того, какую информацию мы получили. Если это хорошая, полезная нам информация, мы делаем хорошие, полезные дела, да, мысль материально, потому что нейроны двигаются от одного к другому, но они двигаются от той информации, которая у нас есть. Все зависит именно от того, что мы туда положили. Поэтому приглашаю вас еще раз на свою школу или без меня. Но, пожалуйста,
читайте правильные вещи, потребляйте правильную, полезную вам литературу, полезную вам информацию. И тогда у вас будут правильные поступки. То есть сначала у нас информация, сначала у нас окружение, которое формируется, эти пять человек, которые вокруг нас, на что мы ориентируемся, на что мы смотрим. Это окружение нас мотивирует на правильную информацию, которую мы потребляем, и информация уже становится результатом действий. Без действий ничего не получится. Вселенная не поможет. 100% никому еще не помогла. Помогут только реальные действия. Вот это я хотела вам сказать сегодня, поэтому сегодня много пожеланий. Все желают друг другу счастья, здоровья, процветания, денег, финансового благополучия, долгих лет жизни. Это все, извините меня, пустые слова. Ничего не будет, если вы это не возьмете в свои руки. Если вы не скажете, что ваше здоровье – это ваша работа, ежедневная работа, над которой вы знаете 100%, что вам необходимо делать. Это все в моих видео, поэтому нерешительно не подписчики. Вы, конечно, больше теряете, чем получаете. Всех предлагаю, все подписывайтесь и регулярно прослушивайте то, что я говорю, потому что я каждый раз обо всем этом говорю. Все, что вам нужно знать, все в моих видео. Все есть абсолютно, абсолютно все, что вам необходимо для этого знать. Поэтому берите свое счастье в свои руки. Отношения берите. Ставьте собственником того, что вы делаете. Ваша жизнь, ваша судьба, ваши деньги, ваши отношения, ваша карьера – это все результат того, что вы это взяли в свои руки и сделали. Поэтому желайте друг другу, не желайте. Это все красивые, но пустые слова, за которыми ничего не стоит и ничего не произойдет, если вы это не сделаете. Ну что, всех с наступающим Новым годом, всем всякие праздники. Сегодня вот Рождество в Канаде, католическое Рождество, потом будет Новый год, потом еще будут праздники разные другие. Всех поздравляю, всем желаю всего самого хорошего, а самое хорошее в ваших руках. Только вы способны взять это самое хорошее в свои руки, и тогда все изменится. Еще раз приглашаю всех на свой курс «Школа современной элиты». Может быть, позже я переименую ее в «Школу Татьяны Конкиной», где будут разные курсы. Но такого курса я не делала никогда. Это самый важный, самый потрясающий курс, который я когда-либо делала. Всех вас приглашаю. Вы никогда не станете больше другим человеком. Изменения, которые происходят в нас с этой информацией, никогда не вернут вас назад. Это будет просто невозможно. Вы будете всеми способами искать, где эти двери, в которые вы хотите войти. До следующей встречи, мои дорогие. Всего вам самого хорошего. Целую вас, Татьяна Конкина. Пока!